самой интерактивной доски. В этот комплект входит набор креплений для монтажа доски, USB-кабель типа AB, также он применяется для подключения принтера, по-моему, тоже 10-метровый. Выше я сказал, что сюда еще входит кабель HDMI, также сюда входит указка и маркер, хотя, на мой взгляд, удобнее пользоваться просто рукой при использовании доски. Модели, марку доски я вам не скажу, так как она китайская и на ней вообще не написано никакой информации. Да это и не столь важно, единственное, что стоит знать, что доска поддерживает всего лишь одно касание. Не стоит забывать про диск, который находился в комплекте с драйверами, который впоследствии нам очень даже пригодится. Далее с помощью простейших расчетов устанавливаем крепление на доску, а также монтируем ее на стену. И еще не забудьте то, что шнур управления доской должен оказаться слева внизу от доски. Лишь потом устанавливайте на стену. Далее устанавливается настенное крепление, устанавливается оно на 15-20 см выше доски. А вот в положении по горизонтали крепление ставится не ровно по центру, а с учетом линзы проектора, так, чтобы линза оказалась по центру. Укрепление смещено на 7 см влево в моем случае. Не забывайте об этом, это важно, если будете устанавливать. Следующим шагом протягиваем провода по длине всего крепления до управляющего доской компьютера, а также до сети питания. Кстати, о сети питания, шнур, который находился в комплекте, очень короткий, поэтому придется покупать шнур более длинный, либо просто использовать удлинители, как это сделал я. Следующим шагом прикручиваем проектор на крепление, монтируем шнур питания и HDMI кабель в соответствующее отверстие. Вот так выглядит удлинитель шнура питания. Чтобы длина сетевого кабеля была достаточна, мне пришлось установить два таких удлинителя. Теперь обратите внимание на линзу проектора. Симметрия линзы и крепления не совпадают. Именно поэтому крепление было перенесено левее над доской. Следующим шагом подключаем все необходимые шнуры в их посадочные места. Следующим шагом нам предстоит настроить доску. Следующим шагом, чтобы ваш компьютер стал передавать изображение на доску, нам нужно выбрать тип подключения, что мы и сделали. Видите, изображение на доске отмасштабировано неверно, поэтому мы имеем черные полосы по краям. Решается это довольно легко, просто раздвигаем настенное крепление, тем самым масштабируем изображение. Если вы имеете размытое изображение, устраняем это с помощью ползунка под линзой. Просто поворачиваем его в сторону, добиваясь четкого изображения. На этом корректировка положения проекции на доске не закончена. Как видите, еще один косяк, отражение сужается к низу доски. Для этого заходим в меню проектора.
Находим настройку Keystone. С помощью пульта регулируем положение настройки. Плюс единица или минус единица. После того, как изображение стало ровным, еще раз работаем с масштабированием. После того, как изображение стало ровным и заняло всю плоскость доски, обращаем внимание, что доска не откалибрована. Нажатие в одном месте жмется совсем в другом. Для устранения этой проблемы берем диск из комплекта, вставляем его в дисковод и устанавливаем драйвера. Также на этом диске будет софт для работы с доской. Для начала нам понадобится драйвер Calibration Optic Touch Driver. В папочке Interactive Software находится как раз тот самый софт для работы с доской. Его тоже рекомендую установить. Далее дело за малым. Запускаем калибровщик и приступаем к калибровке на самой интерактивной доске. Доске, знаете, что у меня были сомнения. Скорее всего, правильно, доски. В принципе, на этой ноте мы можем завершить установку, настройку, калибровку доски. Теперь ей можно пользоваться. Данная инструкция будет актуальна для всех видов интерактивных досок. Единственное исключение в монтаже будет, если только ваш проектор не короткофокусный и его необходимо вешать на потолок.